Мичуринской средней школе опасные места огорожены лентой. Во дворе учебного заведения упали деревья, а с крыши попадали листы кровли. Заведующий хозяйством школы говорит, что все произошло очень быстро, никто не пострадал. Сильный ураган, порывистый ветер, резко прям пришел, и где-то 240 квадратов вылетело. Быстро все было. Когда обещают? Ну, МЧС был, сметчики сегодня должны были прийти. Так вроде знают, район уже знает. Должны. Если сейчас дождь пойдет, есть опасность, что-то будет уже? Ну, это и есть опасность, что прольет, да. Желательно, конечно, побыстрее сделать. В областном департаменте по чрезвычайным ситуациям отметили, что в этот день экстренные службы распространили штормовое предупреждение. Произошли три факта срыва кровли. Это один социальный объект и два жилых дома. Из них это Кушумский сельский округ, село Уркен. Там в двухквартирном жилом доме произошел срыв кровли. Второй факт произошел у нас в селе Мичурино. Двухэтажный жилой дом, также произошел срыв кровли. И третий факт у нас срыв кровли с трехэтажной Мичуринской средней общеобразовательной школы. Отметим, что 5 лет назад в Мичуринской средней школе прошел капитальный ремонт по программе «Дорожная карта занятости 2020». На него из госбюджета было выделено почти 250 миллионов тенге. Роман Капняев, Айбулат Джигипар, Александр Грабарев, ТДК-42.